Владельцы собак и любители животных вышли на протест в южноиндийском городе Бангалор. Они недовольны новым сводом правил, принятым муниципальными властями. Согласно нему, владельцы собак должны иметь лицензию на питомца, которая включает использование электронного ошейника с чипом. За отсутствие лицензии грозит штраф в 1000 рупий, это около $15 США. При этом в обычной квартире можно держать не более одной собаки, в частном доме не более 3. Активисты говорят, что из-за новых правил бездомных собак станет больше. Мы здесь, чтобы показать, что собаки – члены нашей семьи. Здесь собрались люди, которые забирают собак с улиц. Здесь спасатели и организации, которые ежедневно заботятся о собаках. Другие активисты считают, что городским властям стоит уделять больше внимания проблемам жестокого обращения с животными и нелегального разведения собак. Пусть лучше занимаются благополучием животных. Нужна программа контроля рождаемости. На улице больше бродячих собак, чем в квартирах домашних. Почему они хотят заходить ко мне в квартиру? А еще мы не услышали, что будет с нелегальными заводчиками. Кроме того, в Твиттер провели онлайн-протест. В результате городские власти отложили принятие новых правил. Как ожидается, в этом году индийская индустрия домашних питомцев вырастет на 22%, до более чем $80 миллионов. Стоит отметить, что среди домашних животных в Индии собаки самые популярные. Они есть у 80% владельцев. Также популярны кошки и рыбки.